Друзья, сейчас хочу показать вам процесс раздачи. Мы сегодня приехали 2 марта в село Безыменное, раздаем 2 апреля, да, раздаем беженцам мы в селе Безыменном нашу помощь. Здесь вот каша у нас, тут раздаем хлебушек. Вот. У нас таких 4 точки вдоль линии 8, это 5-8 километров. 5 таких точек раздачи. Вот здесь мы раздаем чаечек. Виктория. Вот чай горяченький. Девушка, мне водичку. Воду. Вот. Дальше. Спасибо. Ксюша. Здесь мы раздаем пирог. Наш волонтер Ксюша раздает его каждому по пирогу. Люди самоорганизовались, как вы видите сами. Везде порядок, все хорошо. Вот очередь уходит аж туда вдали. Все ждут регистрации, поэтому небольшая задержка. Есть очень много машин из Мариуполя, которые смогли вырваться. Вот она идет очередь туда дальше. Всем спасибо за поддержку. Это сейчас очень важно, нужно. Вместе мы сила.